Еще раз всех приветствую. Начинаем бокс-брейк второго блока по коллекции КХЛ сезона 2017. 10 часов 7 минут в Москве. Пятница, 8 сентября. Вскрывать будем блок, показанный в первом видео. Номер блока 2270. Приступаем. Всем удачи. Пакет, коллекционер тест. Максим Минеев, Омские ястребы, тираж 40 экземпляров. Пакет номер 2, коллекционер Юстас Алекс. Это клюшка Ян Коварш, 12 номер из 20, Металлург, Магнитогорск. Пакет номер 3. Остается у строителя этого брейка. Это автограф Елены Силина. Команда Скиф. Тираж 20 экземпляров. Пакет номер 4. У нас коллекционеру Морпех Рус остается. Здесь у нас джерси. Вячеслав Войнов. Тираж 50 экземпляров. Команда СКА. Следующий пакет также коллекционеру Морпех Рус. Здесь Чарльз Генуэй, Йокерит. Базовая карта тиражом 50 экземпляров. И еще один пакет тому же коллекционеру. Пакет номер 6. Антон Ковалев, Омские ястребы. Тираж 50. Седьмой пакет коллекционер Гузган. Мирослав Шатан, легенды хоккея. На этом матче звезд, с которого сделана фотография, представлял Слован Братиславский. Ну, а тем временем, восьмой пакет, коллекционер Фест, двойная базовая карточка Ян Коварш, Иван Телегин, магнитка и ЦСКА, тираж 25. Переходим ко второй стопке, пакет номер 9, также коллекционер Фест. И отличная карта, тираж 26 экземпляров, логотип клуба, Брэндон Козун, Локомотив Ярославль. Отличная карта. Десятый пакет, Юстас Алекс. Ему достается двойной патч. Илья Ковальчук, Сергей Мазякин. Тиражом 20 экземпляров, четвертый номер из 20. Далее три пакета коллекционера Морпех Рус. В первом из них Владислав Семин. СКА 1946. Тираж 40 экземпляров. Следом отличный патч Алексей Кайгородов. Металлург Магнитогорск. Тираж 11 номер из 18. Металлург Магнитогорск. Отличная карта, поздравляю. И третий пакет коллекционера Морпех Рус. Это автограф Алексея Торопченко. Тиражом 20 экземпляров. Молодежный матч звезд. Пакет номер 14. Коллекционер Фест. Ему достается базовая карта Павла Француза. Трактор. Тираж 50. Следующий пакет также остается Андрею. Здесь двойная карта легенд хоккея. Шахматная партия между Сандисом Озвеншем и Сергеем Федоровым. 30 номер из 50. Интересная карта. Неординарный подход. И последняя карта также коллекционеру Фест. Достается девушка под занавес брейка. Мария Баталова из команды Торнадо. 20 номер из 25. На этом все. Следующий блок будет у нас под номером 26-25.
До встречи в следующем брейке.